Палатка улетела у нас. Ну вот у нас в Якутии еще снег лежит, да, наш помощник. Смотри, что-то с пузом у нее. Оп. Смотрите, какого выдернул. Палатка улетела у нас. Поймали. Маленький помощник. Да, да. О. Под ноги положим. Спасибо, спасибо. Под чутки лежать тебе. Видишь, какой у нас помощник маленький. На ногу поставь. Ну вот потихоньку обустраиваемся, будем забуриваться и пробовать. Ветер сильный на улице, так что привязались мы к нардам. Сверху положили кусок дерева. Надеюсь, не сдует. Ну вот у нас в Якутии еще снег лежит. Только-только начал таять. Петр поставил новые ножи. Мокрый лед. Сейчас посмотрим, как пойдет. И потихоньку начнем. Рассчитываем мы на вечер. Просто мы пораньше приехали пока. Вот нож такой. О. Давай. В этот раз Петр взял с собой скамейка-кровать. Ящик будет под головой у него. Складная она. Еще и складная. В общем, приготовился на ночь. Ну, а я буду, походу, на картонке лежать, да? Около печки. А? Доска есть, вон. Две доски поселил. Ага, боком лежать буду у ней, да? Да, и кроватка. Доски? Доски, давай, давай. Он там у папы таскает, да? Наверное. Сейчас папа придет за досками. Да. Не начавши рыбачить, мы ее окончим. Так, там помощник маленький нам доски принес. Спасибо. Еще две. Молодец. Где-то. О, молодец. Спасибо тебе. Еще доску принес. Я сейчас здесь тебе кроватка. Скоро этот, ага, обустроим так, здесь. Тебе. О! Прям все так это. Обустраиваемся. Так. Прям все помогают. Угу. Значит, клев будет у нас, наверное, шикарно. Еще одна. Упал. Да, наш помощник все таскает и таскает. Пока здесь положим. Ну, так вот расположились. Закинул я пока удочку. Ты закинул, да, Петрух, или просто закинул? Закинул уже. А. Ну, все, сидим. Начинаем. Так, чесночная у нас прикормка. Сухая. Не стали мы ее бодяжить. Мы ее так закидываем. Одна лунка у нас будет прикормлена. Вторая будет у нас чистая. Смотри, там Петрух где-то зацепилась у тебя. Где? Вот. Вот-вот. Ага. Что там время сколько? 5 уже, наверное, да? Начало 6. Ну вот, первый улов. И думаю, не последний. Начало есть. У нас рыбалка нормальная, у вас как? Ну, у нас нет. Один только. Только-только. Одного поймали. Одного поймали, все запутали. Такой маленький, тем более, за все время. Да. А мы... У нас два больших. Да. Один средний и второй большой. Вот так вот. Тут еще приехал, да? Да. Тут как эта рыба называется? Сорога. У нас тоже все сороги.
такая попалась сорога, что-то у нее с пузом. Смотри, что-то с пузом у нее. Выбрось, другую поймаешь. Собаке дай. Ух ты. Опа. Лёд пошёл. О, красавица. О, смотри, какой. Стоять. Нифига он заколотил. Сравнить мою. Да. Идет. Да, терпение, да? Да. Скоро будем кофе пить. Ушла, да? Ушла. Иди сюда. Нормально стреляй. Ладно. Одну поймал. Крышкой закрой, да и все пока ее. Да. Ну что, у нас уже темнеет. Скоро включим свет в палатке. У нас с собой наш аккумулятор. Все приготовили в палатке. Тепло, хорошо. Сейчас будем кофе пить. Что-то мы сколько собираемся. Все пока только говорим, да? Угу. У нас вот так уже стемнело. Темно, но тепло, да? Как в бане. Ну что, да будет свет. Сейчас мы сделаем примерно. Оп. А? Ура! Совсем другое дело, да? Кайфово. Все видно. И нас видно, наверное. Так, ну что же, посмотрим. Время почти 7 вечера. О, здоровяк. Ой, опять проглотил. Да, улов вечера. Ага. Стоять. Это вот на трубу будем одевать, чтобы тяга стала поменьше, чтобы дрова не вылетали. Здесь регулируешь. Да, здесь поднял, опустил. Да, Петруха растопил печку. Оператор какого разряда ты? Или там разрядов нету? Разряда? Ну. Можно смело второй писать тебе. У нас жара стоит здесь вообще как в бане. Просто я сижу здесь просто весь мокрый. Это старая буржуйка такая. Так, еще раз подкормим наших сорожек. Ты хорошенько намочи, она внутри это остается вот сухой. Ну. Так. Вот земляки принесли нам. Ага. Вот он. Черви. Вот он. Есть же? Угу. Он же боксер. О, боксер, смотри, у меня клюет. Клюет. Ничего себе. О. Давай, давай, давай. О, молодец. Оп-оп-оп-оп. Смотрите, какого выдернул. Здоровый какой. Красавец. Ух ты, ух ты. Смотри, как я поймал. О, ничего себе.
А? За брюхо. Смотрите, как я поймал. За брюхо. Проверял, есть ли, нет кто. Раз. Цепанул такую красавицу. Так. А, все, все, все. Ага. Так, спасение. Достаем нашу кормушку. Леска оборвалась. Сейчас мы ее на магнитике. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. О. Она еще это. С кормом. Ага. Все. Там, там хорошо привяжешь. Смотрите, какого я окуня вытащил. Он запутается. Он запутался уже. Здоровый какой. Ух ты ж. Ух ты. Вот такой вот неожиданный гость. Красавец. Так, ну что у нас по времени-то? По времени начало 11. Сейчас чайничек закипит. Мы перекусим. И будем дальше рыбачить. Окушок лежит, загорает. Пока тишина. Я специально так сделал. Так, будем помогать нашему чайнику скорее закипать. Кипит уже. Все, друзья, будем мы с Петрухой ужинать. Наш любимый доширак корейский. Рыб им покормили аж два раза. Теперь пора и самим подкормиться, да? Так, время где-то, ну, половина 12 еще нету. Доширак. Здоровая просто. Печка, дым прям сюда. Ветер, снег. Ой. Экстремальная рыбалка. Друзья, прям на две удочки клюет. Еще развешиваем.